Здорово, ребята, с вами Дорн, это канал Hammer of Fun, и у нас для вас сегодня новое зажигательное видео, а именно первый репорт по Warcry на нашем канале. Итак, сегодня у нас будет битва за неожиданную миссию на самом-то деле, как выяснилось, и будем мы играть за следующие фракции, а именно Асиархи, безжизненные големы, которые сделаны Нагашем специально для воплощения своих темных идей. Они идут абсолютным строем смерти и уничтожения и требуют костяную дань у каждого, кого встречают, собирая и пополняя свои войска таким образом. Против них же города Зигмара, союз смертных, которые служат порядку и пытаются объединять разрозненные земли, изгоняя врагов человечества. Под предводительством вернувшегося бога Зигмара они пытаются строить мир и сделать его лучше. Посмотрим, кто победит в этой схватке. Итак, приятного просмотра вам. Итак, вот наше поле боя. Будем драться в таком разрушенном городочке. Сейчас мы начнем деплоить наши силы. Так как у нас выпала миссия Блант, мы производим рулов с противником и выбираем, точнее определяем, кто ходит первым. 4-4. Еще раз. 6-2, я выбираю, кто защищается, кто атакует. Давай ты позащищаешься, я поатакую. Итак, я как атакер поставил свой щит. Теперь Нарви будет ставить свой кинжал, соответственно, 6 от края здесь. И здесь, по краю стола, будет располагаться ее щит. И силы городов Зигмара встали здесь кинжалом. И здесь вот вытянулся их щиток, который нам надо будет убивать. Итак, теперь мы проводим ролл инициативы на то, чтобы понять, кто ходит первым, и дубли у нас есть. Дубли, триплы и так далее. Плюс у нас капает по одному хаус дайс, которого мы можем либо сейчас использовать, либо чуть позже. Итого у меня 2 дубля, у тебя... Один трипл и 3 сингла. Соответственно, я приберегу свой хаус дайс, и у меня будет 2 дубля, меня это более чем устраивает. И Нарви ходит первый, поскольку у него инициатива выше. Первым ходил этот джентльмен, и он сделал мув-мув до ограды и, соответственно, встал вот сюда. Первым активируется Лич Ковалос, он спускается и бьет копейщика. Заявляем дубль на надеритовое оружие, чтобы надрать задницу этого эльфа. Соответственно, у нас 4 кубика на 3 плюс, мы его пробиваем. 5-я сила против 4-го дефенса. Это 2 пробития и 1 крит. Значит, это 3, 3, 6, это 12 урона по несчастному копейщику. Соответственно, копейщик отъезжает с поля боя. После того, как мы его убили, мы заявляем второй дубль. И после этого можем сделать еще один экшен на мув, либо файт. Мы делаем мув. Мы чуть-чуть продвинулись вперед, чтобы в следующий ход точно достать наших вот этих вот красноплащевых пацанов. Следующая активация Градов Зигмара, вот этот парень. Выбежал из своего прикрытия, встал между Ковалосом и Палачаем, и говорит Ковалосу, ты не пройдешь. Следующая активация Мартека Гвардиана. Прошел сюда. Второй парень городов Зигмара также пробежался и встал живой стеной между экзекьюшенерами и Ковалосом. Последний наш парень обходит с фланга
врагов. Сбоку-сбоку заходить делает. Первый экзекьюшенер, врубив раш, перебежал вот сюда. Второй экзекьюшенер прибежал к нему. Третий экзекьюшенер встал рядом. И последний экзекьюшенер решил идти другим путем. Итак, у нас начало нового хода. Вот так выглядит поле битвы. Сейчас будем ролить инициативу. К нам, наконец, прибыл наш кинжал. Итак, наша инициатива. Так, у нас прирол там на ребре был. У нас квадро и два сингла. У нас два дубля, два сингла. И два диких куба у нас есть вообще-то. Да, и по два диких куба у нас. Мне очень нужен первый ход. Я делаю один дубль. За один дикий куб у меня дубль и квадр. Я делаю себе... И у тебя три сингла. Все. Первая активация нового хода, и один экзекьюшенер оббегает нашего Мортагарда и убегает к колокольне. Наша первая активация, Мортагард, благодаря тому, что у нас был трипл, ну точнее квадр, который мы превратили в трипл, unstoppable charge, он пробежал на 6, потому что значение кубика было 5, и сейчас будет тыкать копьем вот этого сударя. И это 2 на 5 плюс... Один даже крит. Итого наш Мартак успешненько ополовинил парня. Второй экзекьюшенер пробежался и стал вот здесь. У нас активировался Лич Кавалас. Он подбежал вот к этому парню. Сейчас будет его бить. Также мы активируем Неди Рид. Наши 4 атаки на 3 плюс. И всего лишь 2 там. Это 6 урона в сумме. Парень остался стоять в 4 дырках. Активировался эльфийский додик, подошел, завязал нашего додика. Мой парень активировался, прошелся, сейчас будет тыкать копьем этого несчастного. Это у нас 2 кубика на пятерочке. И, о нет, 1 дырка. Этот парень прошелся и заявил вейтинг, будет реакции делать. Наш парень подошел и будет опять тыкать. Снова 2 кубика на пятерке. Конечно же, нихера. Экзекушенер заявил атаку в этого нашего парня нижнего. Давай. Сам слава. Сам слава, там у тебя плюс 1 атака за дубль. На 5 плюс. Это 2 попадания. 2. 4 дырки. И второй раз парень бьет. Он еще подошел на лауку. Похуже. Дырки. Еще 2 дырки. Итого наш парень также стоит в 4 дырочках. И наш Мартак заэнгейджил одного из этих экзекьюшенеров. Сказал стоять, гражданин. Экзекьюшенер решил срочно сменить фланг и побежал все-таки вместе со всеми. И наш последний Мартагард дошел вот до сюда. К нам прибыли реинфорсменты. Мои парни вышли. И здесь вот парни городов Зигмара готовятся спасать своих сородичей. Итак, роляемся. Так, у меня трипл и 3 сингла. Нет, 1 дубль и 4 сингла. Давай я сделаю себе еще один дубль. За... дикий кубик. Итого у меня будет трипл, 2 сингла и дубль. Я себе трипл сделаю. Угу. Парень из городов Зигмара пробежался и заэнгейджил нашего сталкера. Лич Кавалас первым действием пытается отрубить голову экзекьюшенеру. Итого у нас 4 атаки на 3 плюс. И 2 попало по 2 дамага. Парень героический умирает. И скидываем после этого наш дубль и делаем Endless Duty. Бесплатный экшен после того, как убили противника.
Он пробежался бесплатным экшеном. И последним своим вторым основным экшеном бьет экзекьюшенера. Трипл меняем на дубль и делаем надерит. И наших 4 атаки на 3+. Это много. Это 12 дырок. Парень не пережил врыв нашего всадника. Экзекьюшенер активировался, пробежал под лестницу. Активируется наш Мортогард и тыкает своим копьем экзекьюшенера. Первый тык — один дамага. Второй тык — ничего. Так и живем. Парень активировался и заявил вейтинг, пройдя сюда. Парень подошел и будет тыкать экзекьюшенера. Это 2 кубика на 5+. И, о нет, одноранг. Наш пацан побежал преследовать беглеца. Данный сударь сделал раш и прибежал из конца карты к своему текущему местоположению. Под площадь. Наш сталкер немножко пробежался к центру стола. Экзекьюшенер убежал, встал в центре. Следом за них прошелся наш Мортогард и встал у стеночки. И еще один парень прошелся от края, встал вот здесь у башенки. Наш сталкер активируется, бьет ящерицу, которая заградила нам проход. Первая атака, 3 кубика на 4+, 5 сила по 5 броне. 2 крита, это 12 урона. И вторая атака. И еще 9 урона. Ящерица покидает поле боя. Еще один парень очень спешит к центру. Мортогард идет за пацанами спросить, что они так к центру спешат. И здесь последний наш пацан прошелся. Хочет догнать экзекьюшенера вместе с друзьями. Так, боевая обстановка на конец третьего хода. И мы сейчас будем ролить инициативу. Итак, инициативушка. 2 дубля, 2 сингла. Аналогично. Ну что я могу сказать? Я делаю еще 2 сингла себе. Тоже делаю 2 сингла. Итого у нас по 4 сингла сейчас, и мы ролл-офф делаем на инициативу. И на нарве инициативы города Зигмар ходит первым. Парень прошелся, сейчас будет нас тыкать. Давай. Один раз даже пробил. Парень подходит и тыкает копьем экзекьюшенера. Экзекьюшенер делает парирование, а мы пытаемся к нему попасть. 2 броска на пятерочке. Один раз попали, один нет. По-моему, воины городов Зигмара немножко забагались, немножко двинулись и в ожидании встали. Наш парень подошел и снова тыкает. 2 атаки. Ни хрена. Еще я греб 3 дырки. Парень чего-то ждет. Решил пойти я в ваббанк, поэтому мой лич Ковалос прибежал к экзекьюшенеру. Сейчас будет его бить под надеритом. 4 атаки на 3+. Это 12 дамага, поэтому парень отъехал. Но он парировал, поэтому мы получили также 4 дырочки. На этом его активация заканчивается. Города Сигмара расслабились и говорят, что у них все ожидают. Поэтому мы юзаем нашего несчастного Мартека, который может навредить этому пацану, и делаем свои 2 удара несчастных. И трачу дубль на надерит. Надерит, надери его. Да, 2 дырки. И вторая атака. Ни хрена. Он остался в одной дырке. Поэтому победа городов Зигмара. Вот такой неожиданный конец, друзья, у нашего батл-репорта. Этот гребаный экзекьюшнер остался в одной несчастной вунде. Соответственно, миссия Серфа была полностью завалена. При всех остальных кондициях напомню, что выигрывают именно города Зигмара. Поэтому мы потерпели поражение. Но я думаю, мы встретимся с ними еще раз на поле боя и посмотрим, кто будет прав, когда стол не будет являться местом для бега, а местом для сражения. И когда
придется отстаивать и драться за объективы, а не убегать от парней с третьим улом, что не так уж сложно на самом деле. Ну а с вами был Дорн, наш небольшой первый репорт по Warcry. Поддержите его лайком и подпиской. До скорых встреч, ребята. Пока-пока.